В Акачах планируют создать питомник для бездомных животных. Пока идея в стадии разработки, о конкретных сроках ее воплощения говорит рано. Между тем, за минувший месяц в городе отловили 33 бродячих собаки. Их количество не уменьшается, а денег из бюджета на эти цели в этом году выделили меньше, чем в прошлом. Волонтеры тоже пытаются решить проблему, они собирают деньги на стерилизацию. При этом у многих возникает вопрос, если собака перестанет приносить потомство, будет ли она по-прежнему представлять угрозу для прохожих. Горожане рассчитывают, что появление в городе питомника помогло бы решить эту проблему. У нас увеличивается и частный жилой фонд, увеличиваются дачные строения наши, и собак там понемножку люди подкармливают, держат, создают условия им для того, чтобы они плодотворно плодились.